Мне нужна помощь! Не обращай внимания. Это что было? Помоги. Я так благодарен. Местные поджигатели хотят воевать с сектой. Их лагерь вроде бы у разбитого... Тут недалеко. Я молюсь за тебя. Не хочет сбежать. Посадить жену в самолет и... Бычьи яйца 3 раза в день. Помощник, ты достал, что я просил? Думаю, в этом году праздник будет иметь грандиозный успех. Уже не терпится закинуть в рот сочное яичко. Когда я закончу с приправами и маринованием, вкус станет неземным. В такие времена понимаешь, что важно? Друзья и семья, наша община, наш дом. Без тебя бы ничего не было, герой. Ты ведь останешься отведать котлеток, правда? Налей себе что-нибудь и перекусим. О, да. Сейчас все развесим.